Хотя я вот сейчас думала, сидела, как начать влог, потому что каждый влог я начинаю со слова «доброе утро». И это действительно доброе утро, потому что я только встаю, у меня только начинается день, и поэтому я желаю вам доброго утра. Но вы же можете смотреть влог, видео в любой часть дня, то есть утро, обед, либо же ночью вообще ужин, потому что лично я смотрю обычно влоги вечером, перед сном, и мне желают доброго утра. Я такая: вчера что? Как бы у меня ночь, а вы мне желаете доброго утра. В общем, я не знаю, как здороваться. Давайте, может быть, придумаем с вами какое-то начало видоса, какое-то приветствие, то есть там «Привет, красотки», что-то типа такого. Но «доброе утро» каждый раз говорить — это очень-очень странно. Наконец-то я могу сказать о том, что пара моя закончилась. Последняя, третья по физике. Вот. У нас уже время 3:30. Классненько. Пока греется мой гороховый суп на обед, расскажу вам ситуацию, которую я не могу никак объяснить. Я смотрю «Молодежку» уже третий раз. Пытаюсь смотреть до конца. Первый раз, когда только-только, как обычно, шкаф открытый, я не понимаю, что не так, что происходит, почему, когда я снимаю, всегда открыт шкаф. Это закон подлости, ребят. Еще все сразу выключилось. Ой, включила, закончила играть. Да. Чайник, микроволновка. Все сразу, когда начала снимать видео. Я пытаюсь уже смотреть «Молодежку» третий раз. Первый раз, когда она только вышла, то есть ее начали показывать по телевидению, все семьи, наверное, сидели с мамами, смотрели «Молодежку», первый сезон. Вот. Потом вышел второй сезон, тоже все его смотрели. Ну, лично у меня так было, мы с мамой тоже сидели, смотрели. И когда начал выходить третий сезон, я как-то пропустила этот момент. Мне было, как бы, я так понимаю, некогда смотреть. Вот, и я вообще даже не знаю, как он там начался, этот третий сезон, и не смотрела. Вот. Второй раз я начинала смотреть, когда я пересмотрела все сериалы, которые меня интересуют, я начала его опять смотреть. Только первый сезон. На первом сезоне я закончила, там, наверное, на 15 серии, тоже у меня какие-то дела появились, и я забросила этот сериал. И третий раз — это сейчас. Уже, наверное, четвертый. Да, четвертый раз сейчас. А третий раз был вот прям месяц назад, когда я начала смотреть «Молодежку», потому что поставила цель себе досмотреть ее уже наконец-таки до конца. Но эта цель не совершилась, потому что я опять перестала ее смотреть. Но в этот раз сейчас расскажу, на чем я остановилась. Остановилась на третьем сезоне, 14 серии. И спустя вот этот месяц, что я не смотрела, я вернулась к просмотру. Уже начала не с первого сезона смотреть, как я поняла, это была ошибка. Нужно с того момента смотреть, на котором ты остался. Вот. И сейчас я постараюсь досмотреть этот сериал, потому что мне очень интересно, что в итоге было в конце. Я никак не могу собраться с силой, найти время для просмотра до конца этого сериала. Вот. Поэтому сейчас будем продолжать просмотр сериала. Еще у меня здесь супчик гороховый с офигенным мясом. Это копченое мясо. Я вам в том влоге его показывала, мама его решила забросить в суп. Вот, поэтому всем приятного аппетита, кто кушает вместе со мной, и приятного просмотра этого видоса. Я уже успела перекусить, накрасила губы и оделась. Хочу купить все цвета этой кофты, потому что мне очень нравится, как она сидит, это очень удобно. Просто идешь, одеваешь ее быстренько, и куда угодно можно в ней идти. В общем, классно, мне прям очень зашла эта кофточка. Вот, и на мне сегодня еще джинсы из Glory Jeans, по-моему. Я там помогаю сейчас настраивать телефон дома. Я жду, когда он закончит помощь, и мы пойдем уже с ним встретимся и за косметосом. И еще как будто специально все сегодня в комментариях, в директ в Инстаграм мне пишут о том, чтобы я сняла про свою косметику видос, именно мой макияж. И как раз-таки сегодня так совпадает, что я иду за новой косметикой, а так как у меня вся закончилась, если бы
я и сегодня не пошла покупать, и завтра, допустим, снимала видео, я бы ничего не смогла снять, потому что у меня тупо все закончилось. Я даже ресницы уже нормально не могу накрасить, потому что тушь ложится уже комками. И как будто бы специально сегодня я иду, и завтра, послезавтра я как раз-таки сниму видос про косметику с новой косметикой. В общем, я довольна, как складываются пока что все мои планы. А еще я хочу снять в ближайшие дни, в общем, два разговорных, так скажем, видео. Помимо влога я хочу снять видео про мой макияж. Это, наверное, видео выйдет раньше, чем еще один видосик, который я хочу снять, это румтур. Пишите в комментариях, вообще, хотели бы вы видеть румтур по моей комнате, мой макияж, и также обзор, так скажем, косметики, и, допустим, румтур по комнате Ильи, потому что у него много разных прикольных штучек, сувенирчиков, там, я не знаю, коробочек, которые я бы хотела вам показать и рассказать. Вот, так что пишите, как вам эти три идеи, какую первую снять, какую вторую, а какую третью. Вот. Если будет много положительных комментариев насчет этих видосов, то тогда у меня будет больше мотивации, и я, конечно же, сниму такой видос. И еще сегодня я выставила видосик, и когда была премьера, мне написали о том, что я очень сильно мотивирую. И знаете, что я поняла? У нас с вами взаимоотдача, потому что вы меня мотивируете своими комментариями, своими смс-ками в директ, своими лайками, просмотрами, в общем, ваша отдача от моих видосов. А я же вас мотивирую своими просто видео, в которых я вещаю, рассказываю про свои планы, сбываются они или нет, о своих покупках, и как я ставлю себе цель и иду к ней. Поэтому мне очень приятно, если вы будете писать в комментарии мотивирующие тоже какие-то сообщения. Всем привет! Дорогие подписчики! Да. Как Илья сказал, цитирую, идем затариваться косметикой. Да. Угу. Теперь слушаем, почему Илья не сдал на права. Не потому, что я плохо езжу. Да, ездит он хорошо, отлично. Да. Ну не отлично, но хорошо. Ну да, ну я езжу так, что можно сдать на права. Да, спокойно. Вот. Но из-за того, что я не знаю маршрут, по которому мы ездим. То есть знание маршрута при сдаче на права. Ну это 80%. 80% твоего успеха. То есть где какие знаки, где какие повороты, всякие подводные камни. Да. Вот такая штука. И из-за этого незнания я и обделался, так можно сказать. Получается, я ехал все хорошо, выполнил несколько упражнений тоже все хорошо. И когда меня, так скажем, подкололи, то есть спросить, ну, говорят, остановись вот здесь, с правой стороны. Вот. А там висел знак, остановка запрещена. И я видел этот знак, что остановка запрещена. Вот. И этот знак распространяется до ближайшего перекрестка или же до знака, который отменяет это действие. Ну, то есть отменяет запрещение. Ух ты. Эффектно я появился. Вот. Ну, я увидел этот знак. Соответственно, я перестроился в правую сторону, потому что мы в правой, короче, полосе. Вот. Посередине. Подержи, я уже не могу, тут слишком долго писать. Не закрывайте номер. Как, вот так? Да. Вот, ну и в общем так получилось, то, что я ехал до ближайшего перекрестка, увидел поворот, подумал, что это и перекресток, остановился после него, а это оказалось не перекресток, а просто поворот в никуда. Так, дай мне мою камеру, я переживаю слишком за мою камеру. А за меня? За тебя еще и сильнее. А если я упал? Ты бы поднялся. Я упал. Ну. Повредил себе что-то там. И повредилась камера. И повредилась камера. Кому ты побежишь быстрее? К тебе, конечно. А потом? Сразу? А потом камера. Это вот так было бы, да? Все хорошо, да? Ладно. Нет, не так. Ну, Илья, ну все, хватит. Ты подбежал, сказал, спросил его, все хорошо? Я такой, да. Ты такая, я не у тебя спрашиваю. Нет, я бы тебе помогла. Вот, оказала тебе первую помощь. Какую? Поцеловала его. Да? Да. Отлично. Да. Это как подорожник. Да. А, так и да. Все, мы уже подошли почти. Да. Скажи к вам. Блин. Да блин! Не ори, все, идем. Вон он, Магнит Косметик. Потому что там самые нормальные цены, потому что если сравнивать Ритуале и Магнит Косметик, то в Ритуале неоправданно большие деньги платишь за
не знаю, за бренд магазина. Хотя качество и продукты одинаковые. Что в магнит косметики, что в ритуале. Это не реклама, это просто личный опыт. Просто я в основном покупаю здесь. Короче, ходили с Настюхой. Настюха сейчас ходила. Выбирала тут себе косметику. Вот. И я нашел бикини, который мне очень понравился. И как бы за ним купить попозже. Вот. Вот такие духи. Очень вкусные. И еще мне добирались вот эти. Черненькие. Ну, точнее, синенькие. Там просто стеклёшек. Вот. Они тоже очень вкусные. Настя сказала, не походите поснимать прилавки. Поэтому я хожу, снимаю прилавки. Что ты купила? Ой, я дом покажу. Сейчас показывай. Нет, сейчас не и дом показывай. Нет. Дома. Зарядка садится. Ты что, не видишь? Что? Садится он, не видишь, что ли? Нам в общем, появилось. Вы садитесь, мы идем сейчас домой. Дома встретимся. Я вас подзаряжу чутка. Да, потом мы идем, скажи. Но я надеюсь, что погода не испортится к этому времени. И будет еще вот хотя бы так же светло. Да. Но, насколько я понял, Настя не особо горит желанием туда идти, на самом деле. Все, я выключаю вас и встретимся, когда я вас подзаряжу чутка. Сейчас вам покажу анбоксинг, распаковку косметики, которую я купила. Ее немного, но она есть. Я ей никогда еще раньше не пользовалась, но решила попробовать. Она довольно-таки бюджетная, 350, по-моему, рублей. На тестере была симпатичная такая удобная кисточка. Я думаю, она мне подойдет. Я люблю тоненькие, которые прокрашивают реснички. Они, в общем, такие... Мне не важен объем, мне важна длина. Вот. Я думаю, вот эта тушь с ней справится. Название у нее маскара Black Onyx. Попробуем, я вам в следующем влоге расскажу. Дальше по хронологии событий мы уже зашли в другой магазин Фортуна. Не знаю, есть ли у вас в ваших городах такой магазин, но там бюджетная... косметика такая дешевенькая всегда. В общем, там дешевле, чем в каких-то магнитах косметиках, ашанах. И там периодически я захожу за вот таким гелем для бровей. Я его уже раз пятый, наверное, покупаю. И очень нравится, как он держит форму бровей. Он хорошо зачесывает, и они держатся целый день. До этого я пользовалась Диваш гелем для бровей. И сейчас он на мне, но это гораздо бюджетнее. Оригами Lash Brow гель. И дальше я купила палетку. Я попробовала, протестировала ее на руке. И еще, помимо ее, я протестировала от Divash. Тоже палетка, точно такую же, точно такое же содержимое. То есть румяна, хайлайтер и консилер, хотела сказать, контуринг. Вот. И мне вообще не понравилось, как Divash смотрится. Оно очень сильно желтило. И по сравнению с этой, это выигрывает. И она гораздо дешевле, 300 рублей, а та стоила, по-моему, 500 или 600 рублей. Сейчас я вам покажу. Здесь еще идет кисточка, которой я никогда пользоваться не буду. Но, в общем, вот. Сейчас вам сделаю сводчем. Не знаю, будут ли они видны на моей руке. Контуринг сам вот. Как видите, он не желтит. И, естественно, он будет на моем теле, на моих щеках, на моих скулах растушеван.
Вот. А хайлайтер его вообще не видно. Он не сильно блестящий. Как раз-таки в уголок глаза самое то. И румяна тоже не видны. Румяна у меня остались от Sephora. Вот они вообще классные, пигментированные. Короче, время уже 9 часов, а мы пришли, мы ничего не сделали. Уже 9:30. Мы пришли, и все, что мы сделали, это просто поиграли и съели бутики. Поиграли полчаса, съели бутики полчаса, я уже домой. Да, я расстроена. Что ты там делаешь? Я расстроена очень сильно. Я тут не учусь. У меня выходной. Ну как выходной? День самостоятельного образования. А я завтра учусь, у меня 3 пары. Но у тебя просто день не самостоятельного образования. Да, у меня вообще нет день самостоятельного обучения, хотя мы учимся в одном заведении, только у тебя академия, а у меня колледж. У тебя МЮИ, у тебя не академия. У меня МЮИ из ГИУА, колледж. Стой, в каком глазу лисичка? На моем. На каком? Вот это. Да на моем. Ну на быстрый. Правый. Вот этот? Не угадал. Правый, говорю, вот это правый. Это левый. Для тебя это левый. Для тебя левый, для меня правый. Да и правильно сказала. Где реснички? Фу, блин, я ж подумал, это вообще был пипец. Не съешь меня. Мы идем завтра в ЗАГС. Да, мы спросили у мамы, куда нам лучше пойти погулять, она сказала в ЗАГС. Да, мы завтра в ЗАГС. Расписываться. Будем снимать интервью у других людей. Нет, вообще это расписываться. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Почему мне это сюда? Потому что ты еще малявка. А ты вообще... У меня вот спина болит, а она мне вообще. Ой, ну куда, с какого она у тебя болит? А? С какого она у тебя болит? Ты уже сейчас заболел? 3,5 года тебя таскают. На шее. Неправильно. 3,7. Я уже прибыла домой, и знаете, что случилось? Хотела поставить вас на полочку, и чтобы было хорошее освещение, потому что у меня в комнате по вечерам вообще света ноль, как будто бы ночь. Вот, я поставила лампу, у меня их две, вот, которые сейчас сзади вас, и вот еще одна кольцевая лампа. Вот я поставила вот эту первую, начинаю включать и понимаю, что она сломана, потому что у нее здесь, вот, сломался один этот проводок. Вот, и она перестала светить, поэтому ее на мусорку нужно выкинуть. Немножечко расстроилась, потому что у меня было две лампы, и когда я снимала разговорный видос, у меня с одной стороны стояла одна лампа, с другой стороны еще одна. В общем, это было удобно, сейчас у меня одна единственная, которая стоит сзади вас. Обидненько. Надо как-нибудь потом заказать еще одну, будет. Мы так и не сходили на горку, потому что пришли, покушали и начали просто играть, отдыхать, и как-то уже потом стемнело, я уже говорила, то, что там как-то темно, опасно кататься, и в итоге мы не пошли. Вот, если бы мы пошли вдвоем, мы бы 100% точно упали во враг, потому что там нужно либо строить какую-то вышку из снега, либо нужно иметь третьего человека, четвертого, который ловил бы нас и отталкивал от бортика, потому что там, если не оттолкнуться, ты попадешь просто-напросто во враг. Хочу сказать спасибо за просмотр этого видоса. Если ты еще не подписан, то исправляй эту ошибку. Вот, оценивай это видео, пиши комментарий, также ставь колокольчик, чтобы не пропускать ни одно мое новое видео. Вот, хорошего тебе дня, или спокойной ночи, или доброго утра. Не знаю, когда ты смотришь, возможно, приятного аппетита.